22 февраля в Малом зале Центра культуры «Спартак» состоялся исторический форум «Память о великих предках» имам Шамиль. Организаторами мероприятия выступили Общественная палата и администрация муниципального образования город Хасавюрт. В качестве почетных гостей на форуме приняли участие глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов, советник главы Республики Дагестан Камиль Ланда, заместитель главы администрации Тагир Гаджиев, представители духовенства и начальники отделов управлений, а также заместители директоров по учебно-воспитательной работе школ, социальные педагоги СУЗов и ВУЗа. Открыл форум с приветственным словом глава Хасавюрта Зайнуддин Акмазов. Это была личность, это был человек, который создал государство. Он был не только лидером духовным, он был администратор, он был военный стратег. Хотя и в литературе, и в других произведениях искусства его изображают большей частью как военного руководителя. Это был прежде всего духовный лидер. И мне кажется, вот говоря о наследии наших великих людей, нам нужно брать больше духовного, нравственного, чем руководствовался имам Шамиль в своей жизни, в своих действиях. Далее выступил советник главы Республики Дагестан Камиль Ланда, подчеркнул важность и значимость проведения подобных мероприятий, обозначив, что на Кавказе не понаслышке знают о том, что значит пожертвовать собственной жизнью. Не раз на этой земле проливалась кровь за родину, за свой народ. Ни одно поколение кавказцев не чувствовало себя проигравшим. Почему? Им же не говорили, не воспитывали на том, что вы не говорите, что мы проиграли Кавказскую войну, вы не говорите. Абсолютно нет. Ни одно поколение не почувствовало на Кавказе, что они проиграли Кавказскую войну. Почему? Первая причина – это то, что Кавказская война была прекращена перемирием. Перемирием, определившим условия этого перемирия. В данном ситуации со стороны России первым, единственным, самым важным, может и не единственным условием было, чтобы имам Шамиль не находился на Кавказе. Почему? Потому что они очень хорошо помнят Ахульго. Когда имам Шамиль остался жив, восстановили мы свои силы и опять пошло движение за свою независимость. В завершении форума педагогами музыкальной школы была представлена композиция, посвященная памяти великого полководца имама Шамиля. Бика Сулейманова, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».